Сегодня 11 июня. Горох сорт Джек Пот. Различные нормы. Норма высева в 1,4 миллиона. Горох уже обработан. Обработан два раза. Два раза обработан фунгицидом. Выглядит достаточно здоровым. Предшественник здесь яровая пшеница. Вот это вот вид гороха с нормой высева 1,4 миллиона. Есть краевой эффект, то есть есть кое-какое напряжение в посеве. А норма высева 1,2. Миллиона. Горох также продолжает свисти. Уже есть бобики сформированные. В них прощупываются горошины. То есть можно сказать, что сформировавшиеся бобики наливаются. Так, 1,2. Это вот как раз 1 миллион. Традиционная норма высева. Ну, в целом выглядит хорошо. Обычно эта норма более урожайная, хотя я говорю, конечно, про свою климатическую зону, именно свое место. Так, 1 миллион – это 800 тысяч, ну, как бы это тот минимум рекомендованный. Это 800 миллион, это минимум рекомендованный по норме высева, где можно контролировать сорняки и в целом получить хорошую урожайность. 800 тысяч. 600 тысяч. 600 тысяч уже, конечно, есть просветы. Видна земля. Если защита будет на уровне, то в целом можно получить какой-то урожай, но у гороха есть тоже некоторые свои такие вот свойства, когда посев более изрежен, и стоит как бы благоприятная погода в более ранние фазы и позднее, допустим, осадки, горох расслабляется, то есть начинает жировать, выгонять вегетативную массу мощно. В связи с этим немного фаза, допустим, цветения, она переносится по-разному. Бывает, что если сравнивать, допустим, с обычную норму и, допустим, те же 800, или даже не 800, а 600 тысяч или 700 тысяч, то бывает так, что горох цветет позже, и в итоге можно получить значительно меньше урожай в связи с этим, потому что все равно как бы гороху нужно и прокормить вегетативную массу, и еще налить урожай, то есть формировать урожай. И в итоге урожайность, ну, относительно, да, то есть она ниже. И самое интересное, что практически созревают посевы одинаково, независимо от того, насколько горох там начал раньше цвести там, или позже. То есть вот такие вот моменты бывают по гороху, поэтому здесь
с горохом не получается снижать норму, а как бы эффективнее даже увеличивать до 1 миллиона. Это позволяет контролировать сорняки, создавать какое-то напряжение в посеве, чтобы не было такой большой массы. За счет густоты, естественно, посев тоже так же не ложится. Приятно убирается. Плюс оптимально используется площадь питания гороха, потому что корневая система, она все равно, горох не такая прям мощная и приспособленная, поэтому горох он более быстрый, в отличие от многих культур. И здесь как раз густота играет важную роль для формирования более высокого урожая. Конечно, в засушливых условиях она будет, я имею в виду, норма высева будет своя. Вот в наших, к примеру, она также своя. И оптимально это вот 1 миллион.